Но, однако, оказалось, оренбуржцы мало что знают об экстремальных видах спорта. И это вполне объяснимо, ведь город почти не приспособлен для их развития. Не, площадок нет, мало их. Трудно сказать, но которые с гор гоняют. Ну и борьба без правил, бои. По-моему, тоже экстремалы работают. Экстремальные? Надо подумать. Ну вот, велосипеды. Например, в Сочи есть канатный специальный мост для того, чтобы можно было прыгать с парашюта. А у нас нет таких мест.